упражнение. Жим штанги перед собой на дельты. Исходное положение. Средний хват. Угол между плечом и предплечьем при сгибании 90 градусов. Мы начинаем движение с груди и поднимаем штангу над головой. Штанга должна четко двигаться вверх-вниз. Не допускаем уведения штанги вперед и назад. Упражнение выполняем плавно. Ни в нижней, ни в верхней точке амплитуды не допускаем расслабления в мышцах переднего и среднего плеча. Также вспомогательная мышца у нас здесь трицепс и верхняя часть грудных мышц. Выдох выполняем при подъеме, вдох при отпускании штанги. Достаточно.